Александр Михайлович, несмотря на то, что счет 0-0, движений на поле было много. Какую установку давали на матч? Ну, данную установку мы давали активно играть в атаке, компактно и агрессивно в обороне. Я думаю, ребята с ней справились, потому что сегодня они действительно показали настоящий локомотивский футбол. Ну, единственное, не хватило только забитого мяча. Кого отметите в «Локомотиве»? Кто лучше себя проявил? Ну, сегодня вся команда проявила себя с самой лучшей стороны. Несмотря на то, еще раз повторюсь, да, что вроде мы сыграли в ничью, команда «Динамо» достаточно серьезный соперник, по крайней мере, на данный момент для нас сейчас. И все ребята не только проявили бойцовские качества, но и сыграли достаточно содержательный футбол. Поэтому мы всеми довольны, кого-то отдельно выделять, но не будем.